вечером на улицу. Уже давно не горели фонари, и лишь маленькие ночные бабочки были моими одинокими спутницами. Вчера ты ушла от меня. А зачем? Ведь дело даже не в том, что теперь мне некому варить борщ или стирать джинсы, а дело в чувствах. Ведь люди встречаются не случайно, ведь любовь нам послана с неба. Но ты ушла от меня, и теперь я иду в никуда. И вот я иду, и какие-то самые некрасивые мысли лезут ко мне в голову. Ведь это же беда, что я теперь буду делать без тебя? А ты без меня, разве ты найдешь такого? Ёптель! Шел! И вдруг я услышал какой-то звук. Из тумана он нарастал и все больше прояснялся. Я понял, это автомобиль, возможно, газ или иномарка. Нет, шашечки на дверях мне сказали, что это такси. Точно, это газ. Шеф, два счетчика! Шеф, два счетчика! Да. Маленький еще на фотках. На фотках у тебя был маленький. Не знаю, это ты был. Нет, ты вот еще на фотках ты такой еще в чехле его носил. Вот это? Да, да, да. Такой, да. У тебя был голубой чехол. Да, такой у него есть. Сейчас мы находимся. Где мы находимся? Выход прибывающих, а мы-то отправляющиеся. Мы находимся в вестибюле, Пойдем слушай, третья посадка. А, вот написано, вот. Чего, нам первая? О, первая, вы все сюда, да, пойдем, нам сюда. Ну. Вот, это выход прибывающих, все четко. Пойдем уже? Да нет, подожди. Не, людей ждем. Сейчас ждать. Не подскажите, а здесь вход на регистрацию? Да, можно. Нет, не на регистрацию, а паспортный контроль. Сюда, да, можно войти? Ждать. Ну что, бомби, Александр. А, больше не вытягивается. Идем. Ты еще одежа. Мне в этих куртках заебался ходить я. А вот наша принцесса Анастасия сзади меня. Она видно. Она, короче, с 9-этажный дом. Погода в Питере хорошая. Распогодилось, на самом деле. Дождик немножко крапает, но это фигня. Было хуже. Так, сейчас, секундочку. Что, паспорт? Посадочный талон. Ага. А вы 46 номер 2, куда идти? Вот спросите у девушки, вот она вам подскажет. Здравствуйте, я вас не снимаю, да, Алиса. Надо меня снимать. Конечно. А вы можете взять программу, расписание нашего программы? Вот сюда. Да, в кабинете мне, это хорошо. А у вас же есть сауна? Да, спа-салон. Да, можно еще? Я возьму, подожди, я меню дома. Пошли. Шагай. Пам-пам-пам. А вот пока ничего интересного. Не, ну интересно то, что мы, конечно, на корабле, вон на воде. Саня, какой у нас этаж? 46-02. Да ладно? Да.
Показывай комнату, рассказывай. Так, что мы тут видим? Как бы окно, но не очень понятно, окно ли это на самом деле или нет, и смотрим, нет, это не окно. Душ есть. Душ есть? Да. Сейчас посмотрим. Так. Давай покажем, что это сегодня обман, что душ есть, мы едем на гастроли тобой. Это... Посмотри, какой хороший вид. Это мой директор гастрольный, я МС Лузер. Макс Кулей, конечно, но в этом туре я МС Лузер. Я как на алкаша похож в этой шапке. Пойдем, покажу окна. И у нас крутые окна здесь. Наша кровать раздельная. Ну, самое главное, это для чепушков, короче. Они думают, что наебали. Вот. Ну, они думают, что мы не сделаем дырку в этих стенах. Да, они думают, что мы не сможем прострелить нашими алкогольными... ну, когда мы придем пьяные, мы не сможем пробить, они думают, этот гипсокартон их спасет. Мне кажется, здесь не гипсокартоном, там люди ходят, там, слышь, там, наверное, коридор. Или другая каюта. Другая каюта, слушай, там не обязательно же двор. Ну, да. Они же, блядь, пиздец, слушай, лучше не... Бля, ну, имеем право поорать здесь. Ну, да, всё. Тань, что сегодня будет? Давайте, вот начинается все вообще с презентации круиза. То есть это будет 8 часов 30 минут. Вот написано «Шоу-бар Колумбус». В шоу-баре Колумбусе будет презентация круиза. Угу. Затем, ну, мы туда, конечно, пойдем. Потом в 21:20 мы пойдем на живую музыку. Пианино, все дела. И уже к 10 часам, ближе к 10 часам, будет рок-концерт. Да, да. Вот. Нашей группы. Да. С которой мы вместе, кстати, выехали. Да, вот, да, да. Отплываем сейчас вместе. Вот. Хорошие ребята. Да. Вот. А потом уже, потом в 23:45, вот как 23. Вы можете видеть, дискотека будет с участием MC. Да. MC Лузера, конечно. Да. Да, ребят, на самом деле я играю практически всю ночь, 3 часа даже. Случайно оборвалась. Автофокус. Да, будешь ты работать или нет? Вот, да. Значит, у меня с 12 часов до 3 ночи мой сет MC. Случайно, не знаю, специально или случайно не подписали лузер. Ну, может, не хотят бабушек расстраивать. Вот, 3 часа, полчаса я выступаю, и потом у меня, значит, лузер тек, я буду ставить музыку, а пока так, вот. То есть, на самом деле, поехал я, денег я за это не беру, но зато любезная компания оплатила мне всю дорогу, вот, и очень тут интересно. Мы пока сидим, что мы сидим еще? Мы еще в Питере сидим, вот. Вот вся программка, очень круто, все четенько. Все настолько четенько, что даже, блядь, даже непонятно, куда пойти лучше, вот. Ладно, ребята, давайте до вечера, до вечера. Так. Каждый город можем в интернете глянуть. Ну да. Куда пойти? Конечно, лучше брошюрки. Ну да, да, да. Ну, брошюрки поищем потом. Так, ну обрежу, да, потом? Угу. Привет, Костя из Кемерово. Передаете привет из того самого отеля, где снимали фильм в 99-м году с Джонни Деппом «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Саня, бомби, показывай. Коридор, коридор. Вот они, все эти номера. Запускает иммунную систему. Костя Маркин, все отлично, ты пишешь. К нам МДМА привезли, и вообще охуевшие за 1500. Да, охуевшие. За 500 надо. Ладно? Давай. Я тебе говорил куртку взять. Норм, да? Повыше можно забраться. На мормышку. Мормышку повыше можно. Мои ребята купили удочку. Называется селфи-палка. Можно ловить на мормышку. В общем, какую-нибудь рыбу там можно поймать сзади меня. В море. А вот там... Все смеются над этим селфи-палкой. Все очень смеются над этим селфи-палкой, потому что здесь никого нет селфи-палкой. Здесь очень много теток. Подожди, я их покажу. А вот ребята строят огромный мост.
Почему? Ну мы сейчас туда поднимемся. Да, там еще выше. Чего? С той стороны. А что там? Да, у нас работает на этих, на дровах. Куда мост строит? Мне у тебя там. Пошло. Мост, короче, строит. Фиг знает, может даже до Кронштадта. Очень длинный мост. Но здесь он разведен еще для того, чтобы проезжали паромы. Погнали. Что-то ты красный, правда. Красный? Лицо красное? Да. Очки мы. Отсвечивает. Дай-ка я тебя посмотрю, бери. Тебя посмотрю. Слушай, а ты тоже... У тебя баланс белого нарушен. Ну, хорошо. Для телефона? Да, ну... А он, может быть, снимает и нормально, на самом деле. Ну, ты пипец. Ты, а так, ты бледный, а вот ты, типа, загорелый тут на камеры. Илье передаем привет. Илюха, привет. Тебе прямо в падик, с корабля прямо в падик, привет. Нормально, кому еще? А, Мурзу, Мурзу прямо в его гольф. Мурз, ничего страшного, что дверь не открывается. Я думаю, ты починишь свой гольф, желаю тебе починить гольф. Что еще кому? Остяков, может быть. А, Остяков, слушай, Остяков, я думаю, ты, смысла тебе нет, привет, Ваня, тебе нет смысла передавать привет, ты, мне кажется, где-то тут обитаешь, пробрался по канатам, бесплатно, в общем, ну, где-то тут, наверное, ты уже палатку поставил, поэтому я даже тебе привет передавать не буду, мы встретимся, я думаю. Давайте, пока. Давай на паузу, да. Ребят, короче, вход, tail crew only, поэтому извините, короче, я пошел, а вам нельзя. Так, в данный момент мы идем на восьмую палубу. Я, конечно же, в матроске, потому что мы на корабле. Главное не отхватить пизды от ВДВшника. Вот. Еще я в шапке, как моряк. Девушка красиво пошла. Сейчас мы идем пить. Потом идем играть в игровой автомат. Браслетом. По браслетам глинтвейна. По браслетам вот. Если вот это, да, 3 часа? Да. А сколько глинтвейн? Этот корабль не просто корабль, это корабль многовысотка, это корабль-отель, это корабль, последний корабль, вот, я желаю, нет, я не желаю, не дай бог, чтобы у святой Анастасии на небесах
было все так, как в этом корабле. Хотя корабль неплохой на самом деле. Просто на самом деле, очень много говорит на самом деле. На самом деле просто он просто корабль на самом деле. Вообще, ребята, я уже просто выпил немножко. Корабль 80-го года, я расскажу немножечко историю об этом корабле. Сначала назывался не Святая Анастасия, это Сент-Петербург Лайн, специальные линии Петербурга. Они взяли, купили старые корабли у финнов 80-х годов, потому что финны в то время уже плавали по Балтийскому морю. Да, по Балтийскому морю уже плавали, а мы еще не плавали, потому что мы плавали по Черному морю. Идет? Вот, мы плавали по Черному морю, потому что, ну, как-то мы не дружили с Европой, у нас был Советский Союз. Ну вот, 90-е годы, и в конце 90-х, в 99-м году, мы купили у финнов эти корабли, переименовали их в наши корабли, назвали их Святой Анастасией. Могу рассказать даже немножечко больше, на самом деле, Святая Анастасия, она не была, так сказать, святой императрицей, это называется немножечко... В школе здесь очень много стариков, и они все, короче, ну, русские и не русские, финны русские и не русские. Здесь очень много стариков, здесь одни старики, но бывают и красивые девушки, конечно, либо красивые девушки, либо старики. Парней я не видел молодых, я тоже, кстати, тебя не видел, да? Вот именно у наших возраста нет, одни бармен нашего возраста, вот. Корабль старенький, но корабль еще могёт, и это круто. Вот. Саш, рассказывай, что ты думаешь о нашем отеле на колесах, на винтах. Ну, на винтах. Для начала могу сказать, что это очень красивый вид. Могу показать. Вот сейчас, если будет видно, мы отплываем из Санкт-Петербурга. Очень все красиво, и такая атмосфера морская. Мы же начинаем ощущать то, что мы на самом деле на корабле. Да. Потому что когда ты находишься в своей каюте или там в ночном клубе, или еще там в кафе в каком-то, ты не понимаешь, что ты плывешь вообще. Потому что не ощущается это, практически не ощущается. Мы как будто бы в гостинице там, находимся, у окна находимся, мы уже видим то, что мы действительно отплываем от Санкт-Петербурга и плывем в Хельсинки. А до этого, не чувствовалось этого совсем. Атмосфера в целом на корабле приятная, хорошая. Весело достаточно. Но сейчас на самом деле все только начинается. Тут сколько сейчас? 8 часов. Мы сейчас планируем идти в начале. Сели там и 7. Сели в 7. То есть час прошел, пока. А уже как будто бы прошел. Уже как будто день прошел. Да, как будто день прошел. Сейчас мы пойдем, наверное, скорее всего. Я не знаю, куда мы пойдем. Мы сейчас пойдем. Конец примерно. Предыдущее. Оно сохранил? У тебя ты. Ну все, теперь... Да.
поедем. Короче, мы сейчас едем, мы уже решающие. То есть мы первую я выиграл, вторую Макс. И мы сейчас решающую тему едем вообще без слов и без всего. Вот. Максим выиграл. Ну ничего, ничего. Мы еще посмотрим. Мы еще посмотрим. Так сказать, незабытое дело, потому что это очень был пик популярности в 2007 году и раньше. Все катались на фингербордах, а сейчас якобы забыли. Нет, ребята, да я даже с собой в дорогу взял фингерборд, чтобы иногда кататься. Мне нравится. Все, в феврале Vans. Да, поэтому мы ждем Максима Куле, когда он станет все-таки представителем и лицом вообще фирмы Vans. Да нет, не представитель, с удовольствием. Питерским хотя бы. Короче, ребята, я сейчас только что спел. Спел в караоке-баре песню группы Ляпис Трубецкой. Когда яблони цветут. Конечно же, это понятно, что это жлобская песня. Но мне даже сказали, что я хорошо пою и что спросили, где я пою. На самом деле, это очень странно, потому что еще года два назад все в Питере твердили, что я не умею петь. Совершенно не умею петь. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что ребята, оказалось, что авторитетные ребята, очень бухие, которые поют в караоке, оценили мое пение по достоинству. Сказали, что, блин, чувак, ты умеешь петь, и что это действительно очень круто. Я очень польщен, и на этом взлете, на этом подрыве я, ну, таком подрыве эмоций, я, конечно же, наверное, запишу следующий альбом свой, потому что, ну, когда оценили меня пацаны из караоке, я просто не могу не записать после этого альбом. Все, я все. Я на бэнке, бэнкокал. Дыханием ветра.
ящике. Вдалеке я для тебя останусь светом. МС Лузер только что выступил. Я выступил. Ну, меня приятно. Приятно удивило то, что местная подвыпившая публика меня приняла хорошо. Потому что они были все бухие. Всем понравилось, как я пою. Там даже мне подпевали, но, к сожалению, они плохо пели, Саша, вот докажет. Дуэт, они... дуэт был. Да, был дуэт, блять, пьяные, ебаные русские. Короче. Нет, я к русским неплохо отношусь, но просто, ну, знаете, есть все-таки какой-то контингент людей. А я хотел сказать о том, что мы, на самом деле, ну, не очень пьяные, но мы выпили, каюсь. А сейчас еще только первый вечер, а завтра... Во сколько в Хельсинки? С утра. Ну, с утра мы уже будем в Хельсинки. Во сколько? Я думаю, уже часов не 8, но сколько 10, у нас там 10, по таймингу? В 10 мы уже будем в Хельсинки. 8 там написано, 10? В 9. Ну, в 9. Я просто, ну, как бы, уже мы отрываемся, а завтра еще только первый город, кроме страна. Ну, то есть, я думаю, надеюсь, нас хватит сил, хватит у нас, так сказать, допингов, чтобы... Каких допингов? Ну, я шучу, конечно же, мы только едим этот... Мы вообще вегетарианцы. Да. Пока. Все, нету? Нет, смешки. Все, ну, работает. Бомби Александра, да? Да. Привет, дамы и господа, подвяжу. Буду настроить. Так. Снимаю, как Максим завязывает шнурки. А что она не новая техника. Она до этого снимала? Я не знаю. Ну, когда я подошел, она уже не снимала. Просто ты еще так держал, у тебя лицо не особо было видно. Так, как? Так? Ну вот не-не-не, просто иди вот прямо, ага. Держи, просто я еще так настрою. Ребята, мы на борту самолета на Атом Джеймс. Даже сказал бы, это не самолет, а сказал бы даже теплоход. Или даже, может, подводная лодка. Вот вы можете видеть сзади меня. Принцесса Анастасия. Корабль, проверенный годами. 80-е годы, это был финский корабль. И где? Сегодня второй день. Вчера был Санкт-Петербург. Петербург уже, знаешь, как этот... Петербург. Да, акцент уже прорезается. Ой, это что вот такое с ними? А сегодня... Отсюда выезжают машины, скорее всего. А сегодня второй день. Хельсинки, погнали. Приплыли, на самом деле. И очень хорошая погода у нас сейчас. Как вы видите, вокруг... Вокруг все по-фински. Красивый пейзаж. О, писающий мальчик такой здоровый стоит. Видно? Сейчас его, подожди. Видишь? Да, видно. Мы поближе сейчас подойдем, все пока. Сейчас подойдем, да посмотрим все. А пока что мы идем по какому-то очень длинному трапу. И по важному делу. Да, все и по важному делу. Как всегда, наша традиция. Да. Первым делом найти аптеку, потом поедим.
А потом, ну, уже, возможно, потом какие-то сувениры, не, ну, может быть, какие-то сувениры, да, но на самом деле на все про все у нас времени совсем немного. Сколько там, 2-3 часа, 2.5. Тут какие-то лабиринты, просто идем по лабиринтам. Нет, там все перекрыто, к сожалению. Ну все. Давайте. Нужно снимать нехуй этот лабиринт. Ну. Вот такие трамваи в Финляндии. Можно нас тут снять все. Хельсинки, Хельсинки. Ну что, пешочком? Ну да, пошли этим пешочком к писающему мальчику. Мы вчера одна официанточка, ну, молодая, рассказывала про то, что вон опять трамвай зеленый. Самый офигенный. Реально, вот у нас таких нет в Санкт-Питере. Да, да, да. Ну, может, парочка и есть, но смотри, идет. Мягенько идет. Да. Заниженный, кстати. Чем выше горы, тем ниже приоры. Вот. Сейчас идем к писающему мальчику. Мне про него рассказала официантка. Вот сейчас уже подойдем и снимем поближе. Саня. А вот наш корабль. Пожалуйста, вот весь вид на него. Это он, да? Да, да, да. Держи. Давай. Надо было шапку брать. Его видно? Сань, встань туда напротив него. Я покажу просто, насколько он высокий. И вот это, ребят, загнивающий запад. На самом деле это очень прикольно, когда сразу по выходу с вокзала есть вот такой мальчик. Сейчас покажу вам его поближе. Он даже, это какой-то футуризм, это головастик. Пожалуйста, это фонтанчик. Всегда можно помыться. Очень круто. Так, как будет аптек по-английски? Да пока давай снимем. Как будет по-английски аптек? Спросить. А вот, наверное, торговый комплекс. Да там я не заметил аптеки. А как называется? Ну, называется такая. Надо немножко вглубь идти, тут дорого. Знаешь, блядь. Ну, что, приехал. А, аптека. Я не помню, как называется аптека. Там фармации. Норм? Да, все хорошо. Не, ну она видишь чуть-чуть так, поэтому можно понизить нормально. Удочка. Да, ходим с удочкой по Хельсинки. Так. Ну, Subway мы уже нашли, то есть уже как минимум поесть. Subway? Да, Subway, видишь, написано Subway. Subway, да, да. Все да. дела. Где торговый мы... комплекс нашли сразу же, как бы. Сейчас осталось только спросить, как аптеку найти. Мы не знаем, да, как аптека. Деле... Я еще на самом деле не помню. Дешевле сидеть покушать где-нибудь. Ну да, да, да. Как мне советовал мой Хесбургер? Вот это неожиданно. Как мне советовал Хикан номер один? Вместо селфи-палки используй Кайло. Вот велик даже никто и не пройдет. Пожалуйста, стоит просто так. Вот. Розовый. Ваша, наша, ребят, Европа, а не ваша. Считаете, что она загнивает, тут разврат. Нет. Тут очень чистенько, хорошо. Первый город, первый порт, и уже это нормальное впечатление. Так, на торговый комплекс у нас есть, где покушать есть, в нем всего сделать. Ага. Один вопрос. Фирменный Хесбургер, фирменные финские бургеры из Финляндии. 2.8. Сколько там у тебя чугов? 8, по-моему. Очень. Ну не очень много. Ты поудалял бы какие-нибудь другие. Ой, мы идем по велосипедной дорожке, кстати, прикинь. Поудалял бы, да, невежливо. Ты поудалял бы какие-нибудь этим. Можно будет удалить старые там файл, видео всякие. Ну да, а, еще игрушки какие-нибудь. Там есть полотенце. Вот. Чё тормозишь? Падла. Слышишь? Так. Ну что, ребята. Начали обзор сейчас. Слышишь потом.
Декса, Декса, тему, Дексовую тему, реально. Хорошую, как бы, хорошую. Слушай, Саша, я про то, что говорю, на что, на что? Полотенце это. Ты, оно нахер сгнило уже. Какое, маленькое? Вот это. Его поменять надо. На пол его кинь. Сейчас кину. Вот. Ну, продолжаю, в общем, наш обзор. Макс отвлекает, реально мешает, как бы, иногда. Чего? Но я сейчас делаю обзор, поэтому, чтобы вам было интересно, как бы, смотреть. Что ты сказал про меня иногда? Отвлекает, реально, обзор делать в очередной раз. Сейчас вот мешает, выходит, вот посмотрите на него. Вот. Так. Ну, во-первых, как вы видите, мы купили грейпфруктовый сок. Ну, конечно, пришлось его покупать в баре, потому что его нету ни в Duty Free, нигде вообще. Не маленькая цена, но что поделать. Потом мы купили вот такую интересную приколюху под названием Пирка Вадельма Мазарини какие-то. Ну, как бы не сказать, что они очень вкусные, но съедобно, съедобно. Что еще могу сказать? Печенюшки купили. А, еще мы в финском магазине в Хельсинки купили очень крутую фанту. Фанту, да, ананасовую. Да. Вот, скажи, не знаю, Макс где... ходит в куртке, голым. Нестандартный, да, объем, американская. То есть тут, как видите, с наклеечкой, с такой беленькой. Как бы все, все по красоте. Сейчас. На паузу поставь, сейчас я... Думаешь, не надо куртки? Стань голем. Так, Старт голем. Столица Швеции. Мы в Швеции. И сегодня мы покажем вам, что такое настоящий шведский стол. Пошла? Да. Ну, значит, мы идем по велосипедной дорожке. Моя мама криминал. За мной. Что примечательно, в Финляндии и Швеции стоят велосипеды. Они, в принципе, ну, не дешевые, да? Но они не охраняются, их можно вытащить, не привязаны ничем, и никто их не ворует. И самое главное, прямо сейчас мы их не будем воровать. Ну, даже на этом, на руки. Самое интересное, это Макдональдс. Не, не надо, собственно, смотреть. Это Макдональдс, шведский. Здесь подаются вот такой маэстро-бургер, вам видно? С 2015 года, ну или это просто марка 2015 года. Ист, значит, вот. Дело в том, что здесь работают лесбиянки, и, ну, скорее всего, не лесбиянки, и их берут после, наверное, тюрьмы. Ну, шведская тюрьма, она неплохая, вот. Поэтому они очень агрессивные, не знают, что только бекон. Все. В их жизни такого не было. А? Что ж, мы спускаемся к фонтану. Фонтан! Все. Реально классно, она пресная. Пошло, все, пошло. Пойдем. Нет, это же телефон, Айсер. Снимается, привет, отлично, привет. Сейчас, ага, я включил. Да, да, все хорошо снимается. Точно? Да. Ребят, где встречаемся? С вами попить чего-нибудь тоже надо купить. Давайте я встретимся у фонтана. Я хочу поснимать что-нибудь. Саша. Эти зануды вечно куда-то бегут. Я хочу от них отдалиться и пошагать. Для рубрики Макс шагает. Сувенирс. Сувенирс. Саня, футбольный мечты. Смотрите, ребят. Сувенирный магазинчик зашли. Футбольные мячи, пожалуйста. Че, сильнее я в куртке или лучше в этом свитере? Нет, хорошо, я в куртке. Лучше в куртке, да? Да. Я пойду магнитики посмотрю. Подержи пока, давай. Поснимай. Ты не будешь магнитики? Да буду. Я пока вас на улице. Ой, I'm sorry. Уточки, ванны, кстати, классные. Саш, подержи. Кто-нибудь подержите.
Я вот еще посмотрю. Давай. У, оно квадратиком каким-то странным. Так нет, так и было. Смотрите, а за автобусом прямо едет. Заниженный трамвай. Заниженный трамвай. Для всех жителей Дагестана. Для всех жителей Дагестана. Ровно синий, как моя. Ну, как моя кофта, так скажем. Вон. Это кошка. Она сидит на развалинах. Что это? Турки. Вот это какой-то стишок. А в городе кошек нет. И, кстати, голубей нет, очень странное. Да. Обычно голубь — это птица мира, но ты, тут ее нет. Че ты такая, фифа ходишь? Вон набережная. Пойдем на набережную посмотрим. Ой, уточки, мы хлеб не взяли. Кого не взяли? Хлеб? Это белка. Вот Вера. Хочешь, я уже видео снимаю. Да. Я стоп нажимаю. Зачем? Ну ладно. Да. Ладно, это видео идет еще. Да, да, расскажу, мы сидим в ресторане. Ресторан. Вау. Ничего не заказываем. Кафешка. Почему? Пьем грушевый сок. Как настроение? Хорошо. Я просто умею отдыхать. Дай сигарет. Зачем? Дай докурю, братишка. Просто умею отдыхать. А вы куда-то постоянно спешите. А ну сейчас спешите. Мы после вчерашнего боимся опоздать. Так не надо до конца другого города добегать. Вот, в общем, хорошо сидим. Сейчас поедем на метро. Ну, можешь, в принципе, тормознуть им и сфоткать с нами. Сейчас, сейчас. Где он? Есть розовый. Pink? Ну, новый, который вышел розовый. Не знаю, у меня подруги Color. Так, как заснять? Ой, давай, давай, засовывай. Что, что, что? Ну, давай. Он то. Нажми на фокус, чтобы акция появилась. Архитектурное строение. Типа Петра Первого на коне. Слишком высоко. Давай передам привет. Привет передавай. Маме, папе, бабушке, прабабушке. И еще передаю отдельный привет. Из Швеции. Тако, Татуин, привет тебе. Hola, amigo. Да, да, да. Так, ну чего мы сейчас? Пойдем? Да. Я пойду, зайду в ресторанчик, посмотрю, карту что там. Карту возьми, карту возьми. А, да. Ты снимай тут пока все. Я снимаю. Эй, ты меня оставляешь. Ну, пойдем. Пойдем. Ты допил свой лимонад? Ребят, ну что? А, они идут, пойдем. А, может здесь? Официант. Слишком долго мы закажем. Очень близко снимаешь. Черные точки. В данный момент я делаю рывок, воркаут на гору. Не знаю, это, ну, улочка Стокгольма, прикольно. Тут везде брусчатка. Велосипеды стоят, не пристегнутые. Не, пристегнутые. Это старый город. Ну, что я вам могу сказать? Новый город тоже не особо, так скажем, ну, без небоскребов, и тоже не особо испорчен его фасад. Так что Стокгольм более интересный и более такой европейский город, не испорченный, нежели чем Хельсинки. MC Loser. Меня тут узнали на улице Стокгольма. Вот, можешь подтвердить это. Да, при мне было. При мне было, да. Узнали. Вот такие дела. MC Loser.
Прямо за мной находится гей-кафе LGBT. Пойду зайду по... Уровень жизни повыше. Меня снимаешь? Достаточно хороший уровень жизни, но в Норвегии получше, конечно. Ну, хороший метро. Кстати, в таком метро, я думаю, не ограбят. Смотри, сказала бы, что это? Достопримечательность, да, какая-то? Какой-то музей? Нет, это метро. Шведское метро. Куда нам дальше выходить? Я мечтал прокатиться, знаешь, в фургоне грузовичка такого, пикапчика. И я прокатился на Новый год вообще. Это намешало прокатиться. Это намешало тебе? I feel so dangerous in Russia. So I took a gun, man. Go. Поднимаемся повыше. Вон он, капитанский. Да-да-да, ну мы сейчас отсюда нормально. Если кто не знает, мы отплываем от Стокгольма. Вот сейчас будем много островов проходить. По Балтийскому морю. Вот мы сейчас купили. Это потом. Потом, Магит? А, вот смотри, смотри, какой красивый вид. Отплываем из Стокгольма. Прямо с порта. Вот с этой стороны такой вид. Сейчас можем пройти дальше. Я думаю, наверх подняться и посмотреть, что с той стороны видно. Думаешь? Ну да. Потому что отсюда только эти там видны. Вообще плывать. Пойдем. Пойдем. Сейчас поднимаемся еще выше. Так. Мы вот сейчас сидим сверху, прямо на самой вершине нашего корабля. Максим в Стокгольме купил себе гитару. Укулеле. Укулеле называется. Маленькую гитару. Вот ее завернули нам. Мы ее в самый последний момент успели купить, так сказать, и забежать на борт. В большом крутом магазине покупали. В официальном. Как он назывался? Sound Music, что-то такое. Sound, да. Sound что-то такое. Да. Очень красивая гитара. Маленькая, да. Нестандартного цвета, я бы так сказал, потому что не часто увидишь такие гитары. Настроить их надо. Вот такая маленькая гитара, на самом деле она... В общем, ребят, давай на нее. Гитара фирмы... Ловит фокус? Да. Supreme. Четыре нейлоновые струны. Это классическая кулеле. Конечно, она не очень профессиональная. Почему? Достаточно. Нет, она полностью профессиональная, акулеле. Просто в Питере можно струны поменять, и она будет больше, ну, лучше звук. Вот. И на Питере... Привет, мои дорогие ютубозрители и те, кто смотрит со сторонних ресурсов, то будь ВКонтакт, то будь Одноклассники, ну что угодно. Мы в данный момент ночь, плывем из Петербурга, Петербург, плывем из Эстонии, из города Таллина, столицы. Я не снимаю себя, потому что оно, я очень, это... Хорошо, поиграл сейчас в казино, за меня проставились, познакомился с крутым перцем, аниматором. Мы проиграли где-то примерно 100 евро, но что это? Это просто пшик по сравнению с теми деньгами, которые MC Loser делает каждый день. Вот. На данный момент, Саша, не знаю, будем ли мы снимать завтра с утра. Но пока ночь, мы плывем по Балтийскому морю в Петербург, и все не так уж и плохо, и я должен сказать, очень хорошо, просто уже пора спать. Давайте, ребят, все, всем пиздец.